Бургеры, бургеры, бургеры. Оля! Это день победы. Вот и заканчивается наше время в Лас-Вегасе. Мы готовимся ехать дальше. Собираем чемоданы. Ехали, ехали. Сегодня с утра 200 миль проехали. Въезжаем в национальный парк Зион. Такая вот здесь красота кругом. Сейчас стоим в пробке. Впереди будет тоннель, который все ездят по очереди, потому что он строился очень давно. И сейчас не рассчитан на два ряда, то есть там могут проехать только в один ряд машины. После Зиона национального парка у нас небольшая остановка на обед. О, здесь, короче, кормят калибри. Их кормят сахарным сиропом. А их все время вешают, эти штучки. Таким образом, чтобы, короче, всякие еноты и опоссумы не могли до них достать. Вот такой вот ресторан. Здесь лежат всякие, висят сбруи для лошадок. Ресторан в типичном американском стиле, в деревенском сделан. Вон индюшка летит. Здесь отель, сувенирная лавка и ресторан в одном здании. Вот так вот, значит, мы уже все заказали себе. Заказали по бургеру и по супчику, потому что мы в Америке в глуши, и здесь кроме бургеров ничего особо нету. У всех огромные порции, принесли еды, салатика. Всем приятного аппетита. Бургеры, бургеры, бургеры. Первая остановка наша в Брайс-каньоне. Вот возле такого вот тоннеля. Естественное образование, в котором был проделан тоннель, чтобы машины могли ездить. Приехали на главную точку сегодняшнего дня, Брайс-каньон. Классно. Прекрасно. И не опасно. Здесь стопудово можно спуститься. Так мы сейчас туда и пойдем вниз. А, вон народ стоит, смотри. Прикинь. Нашел место, да. Это прикол. Все, мы начинаем спуск. Погружение. В каньон Брайса. У него нет истории, что здесь, я не знаю, убили толпу индейцев, там ничего такого. Но здесь жила семья, у них фамилия была Брайс. И они типа здесь тусили. Вот и в честь них назвали этот каньон потом. Вот так вот все идут вниз. Вон мы оттуда спускаемся. Вот прошли эти скалы. Сейчас пойдем в самый низ, туда, на дно. А потом поднимемся другой дорожкой наверх. И стоит только их позвать. Друзей не надо долго ждать. Чип-чип-чип-чип и Дейл. Вот, бурундук-то за нами следует. Прям на ручки, да? Иди ко мне на ручки. Шел пятый час подъема по запрещенной тропе. Но мы не сдавались. Начали собирать шишки. Да, и заваривать иголки. Ежики хвойные. Мы плакали, но ели. Продолжали есть кактус. Вот такая вот здесь красотища. Исторический выбор. Куда идти? Направо, где вот эта штука? Или налево, где вот эта штука? Ну, мы пойдем направо. Нарушать закон так... полный. А оба. Сказал, типа, все хорошо, твоя, да? Мужик сказал, короткий путь. Только не кричите, чтобы камни не падали. Здесь вода течет, да? Да. Вот, видите, как камни здесь падают. Поэтому эту тропу закрыли. Финальный рывок. Мы прошли самую опасную часть. Оля! Вот мы все преодолели. Самую опасную зону прошли. Камнепада не было. Сейчас осталось пройти в арку мертвых. Да, тот, кто пройдет через арку мертвых, тому дарована вечная жизнь.
Маша, давай. Я пошла. Теперь я прохожу через арку мертвых. Все. Прямо другой человек вышел. Это балкон индейцев Наваху. Называется балкон Джульетты. Как в Вероне практически. Вон там у них икебаны растут. Все облагорожено. Фух. Такой балкон. Стоим, смотрим. Олени! Рома, их машины собьют, если не кинем. Да, ну мы аккуратно кинем. Не в голову им кинем, а просто в траву. А фрукты Маша унесла, остались только чипсы. Ну, чипсы они не будут. Да, и животных жалко травить. Праздничный ужин 9 мая. С пиццей и вином. Понял. Принято. Давайте. Это день победы. Пау-пау-пау. Пасту ты заказывал? Все. Ты что заказал? Что, монтирую видео в YouTube.